Власти Карасуйского района Ошской области Кыргызстана намерены в судебном порядке переселять местных жителей из опасных мест. Речь об участках, где возможны сходы оползней и сели. Карасуйский район Ошской области расположен на юге Кыргызстана. Это одна из множества местностей, где ежегодно сходят оползни и возможны сели. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, ежегодно в республике фиксируются десятки случаев стихийного обвала земляных масс. Иногда это сотни тысяч кубометров глины, которые буквально за несколько секунд накрывают поселки, расположенные вблизи горных склонов. Больше десятка лет правительство пытается переселить жителей из опасных мест, но люди не хотят покидать старые дома. Мы в свое время сталкивались с такими проблемами. И даже тогда, когда правительство выделяло им деньги и давало, население не переселялось в те места, которые были им предоставлены. Опять-таки, тогда, когда мы изучали, они говорили, что мы не уверены в том, что на новом месте у нас состоится нормальная жизнь. Предсказать все опасности сложно. К примеру, только за 5 месяцев текущего года по республике было зафиксировано 158 оползней. Столько сошло за все 9 предыдущих лет. Природная стихия унесла жизни 34 человек. Спасатели через департамент прогнозирования предупреждают население о возможной беде. Но на этом их полномочия ограничиваются. Специалисты данного департамента, они постоянно, согласно своему плану, проверяют, обследуют потенциально опасные участки. После этого, в результате их мероприятий, главам государственных администраций, а также к местной власти выдается предписание о том, что необходимо организовать отселение, мероприятие по отселению населения с потенциально опасных участков. Карасуйский район – первый в республике, где проблему намерены решить через суд. Местные власти отвели в безопасной зоне большую площадь под новое село, обеспечив всей необходимой инфраструктурой. Проложили дорогу, провели свет и воду. Для строительства домов решен вопрос ипотечного кредитования. Сейчас решение суда о принудительном переселении ожидает 83 семьи. По информации МЧС республики, к 1 ноября 2017 года земельные участки и денежные суды на строительство домов получили более 18 тысяч семей, проживающих в опасных зонах. 14 тысяч из них уже переехали. Однако 2318 семей по-прежнему не хотят покидать насиженные места. Между тем, по статистике спасателей, самое опасное время года, когда возможны оползни, это весна. Бакычер Маша, специально для Хабар-24, Бишкек, Кыргызстан.